Так, всем привет, вот такая новая модель колонки. Ну и сразу к делу. По функциям Bluetooth, беспроводное соединение, можете к телефону, к ноутбуку, к планшету, к чему угодно, без проводов подключиться. AUX, проводное соединение, можете взять провод AUX, подключить в колонку и подключить к телефону, телевизору, компьютеру, ноутбуку, планшету, к чему угодно, к айфону, если поддержит AUX. И просто через провод передать, да, музыку или аудиофайлы. Дальше, флешка вставляется, вот, то есть поддерживается, как вот сейчас вставлено, да. Музыку закачали, вставили, все, играет с флешки музыка. И карта памяти microSD, то же самое, которая в телефон вставляется, да, такая маленькая, черненькая. Тоже вставили, все, там играет спокойно, супер. Также здесь есть радио. Радио в таких моделях, такого плана, очень хорошо ловит, да, то есть даже у нас в подвале, там на минус первом этаже, поймает много радиостанций. И удобно, что есть дисплей, где можно смотреть частоты радио и секунды, вот сколько, ну, минуту, секунду, сколько мелодии от начала мелодии, сколько прошло, вот, выговорил. Так, что здесь еще? Есть две удобные ручки, то есть можно вот так нести. Не скажу, что сильно тяжелая колонка, ну, как бы, там, взрослый человек, если будет там полчаса ее нести в руке, устанет, вот, скажем так. Так, есть подсветка, подсветка отрубается одной кнопкой, можно с пульта отрубить, можно отрубить с кнопки на корпусе, вот, ну, панель управления, скажем так. Удобная регулировка громкости, как диджей, вот это, да. Есть пульт управления в комплекте, чуть позже покажу, естественно, то есть отошли там метров на 10, щелкнули, все, и там все поменялось, громкость, переключили каналы, сменили режим, убрали подсветку, что хотите, то и делайте с пульта. Есть в комплекте микрофон, тоже сейчас покажу. Вот сюда вставляется, просто проводной, стандартный. Если у вас дома есть какой-то микрофон, скорее всего, он тоже подойдет к этой колонке, если он стандартный. И есть вот эти функции. Можно убрать, добавить эхо в микрофоне и отрегулировать отдельно громкость микрофона. То есть не общая громкость у колонки микрофона, а отдельно. Это очень удобно тоже. Так, в целом, это все по функциям, по управлению. Сейчас покажу пульт и микрофон. Так, вот начнем с микрофона. Вот такой микрофон. Вот здесь вот вставляется, шнур идет отдельно, микрофон отдельно. Вот сам микрофон. Вот, выключить, включить. Раз, два, три. Вот, можно тоже достаточно далеко отходить, порядка, ну, метров 5, наверное. Вот. И говорите, что хотите. Можно провести митинг, сейчас актуально, да? Можно просто караоке спеть. То есть лишних каких-то супер призвуков нету. Вот эхо добавим сейчас. Раз, два. Вот уберем эхо. Раз, два, три, четыре, пять. Вот сделаем погромче. Раз, два. Вот сделаем потише. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Ну и, собственно, можно вот с музыкой. Раз, два. Раз, два, три. Раз. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Вот. По микрофону, думаю, все понятно. Все, вырубаем, оставляем его. Сейчас покажу пульт. Так, вот, пульт. Вот такой, так выглядит, да? Значит, можно убрать звук. Например. Сейчас.